Старт эстафеты был дан на площади Ленина, откуда спортсмены побежали на площадь Партизан. Далее по маршруту следовал курган, и финишировали участники в центре города. Много раз уже участвовал за свою школу. Уже пятый раз. Ну и первый раз бегу первый этап. Традиционная эстафета проводится с 1945 года и привлекает на старт все больше молодежи. Среди участников есть как новички, так и опытные спортсмены. Владимир Ветчинников в спорте не первый год. Для него победа на своей дистанции 1100 метров была ожидаемой. Я думал, что я прибегу первый. Было такое ощущение. Но все равно соперники были сильные. Можно было всего ожидать от них. Кристина Персхилава, Ярослав Кулаков. События, Брянск.